Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 13 Lite. И сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее нажимаем на три точечки в правом верхнем углу. И здесь у нас есть строка таймера. Мы можем установить его на 3 секунды, 5 секунд или 10 секунд. Выбираем время и нажимаем, проверяем, как он работает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.